Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня мы разберем вот этот вот мотив. Я, видите, я связала такой вот образец. Классные девчонки. От джемпера от Брунелло Кучинелли. Я, конечно, его опять же упростила, как смогла. По сути, вяжется он несложно. Сейчас мы его свяжем. Кто захочет связать джемпер, я думаю, справится. Значит, вот эта маленькая косичка. Одну я пробовала делать из 4 петель, одну из 6 петель. Вот этот образец связан ухом норки, да, с AliExpress, который я заказывала. Вот. Поэтому из этой пряжи оно получается очень такое нежное и красивое. Я думаю, вязать из простой пряжи этот джемпер — это глупость, потому что он действительно будет утолщать. Значит, большая коса у нас состоит из 36 петель. Это у нас большая коса. Разделена она на две части по 18 петель. Вот. Далее 3 петли между ними, вернее, по сторонам от косы. Значит, 6 и 6. И далее, вот если так смотреть, 3 петли, да, и 3 петли. И по одной кромочной. Но раппорт у нас состоит, вот сейчас смотрите, если считать отсюда, то есть вот эти вот петли, раппорт у нас состоит из 48 петель. Это если уже вязать джемпер. Вот сейчас я набираю 62 петли, то есть вот эти петли, которые я все просчитала. Набираю 62 петли и разделю все петли на этот узор. Итак, набрала я 62 петли, вот это те петли, которые я здесь расписала. И вяжу, значит, вот эти, здесь у меня изнаночная, изнаночная, вот это кромочная, кромочная, изнаночная, все остальные, так, и здесь. Там, где по 3 петли, это изнаночные петли, а все остальные лицевые. И провяжу несколько рядов, давайте не будем задерживаться. Сейчас я распределю по вот этим вот петлям и провяжу рядов 6, чтобы уже коса хорошо смотрелась. Поменяла я нитки, девчонки, потому что решила, что на аватарке смотреться будет плохо. Тут цвет, который я взяла для образца, взяла такой поярче. Значит, разделила вот 6 моих, вот 36 и вот 6. И по 3. Теперь, что... Так. Первым делом хочу показать вот эти вот дырочки. Значит, для вот они, видите, там где по 3 петли, вот такие вот дырочки у нас. Значит, где дырочки, мы делаем таким вот образом. Там где 3 изнаночные петли, 2 вместе изнаночной, накид, изнаночная. Все. В изнаночном ряду мы вяжем лицевыми петлями, таким образом получаются наши дырки. Где косичка из 6 петель? Слева направо по 3 петли перебрасываем через 3 ряда. То есть в каждом четвертом ряду мы будем делать вот этот вот переброс. Раз, два, три. Значит, это понятно. Снова у нас, видите, мы подошли к этим 3 изнаночным, делаем тут 2 вместе изнаночная, накид, изнаночная. Эти петли, пока я провязываю, петли большой косы, пока провязываю по узору лицевой гладью. Здесь в конце сделаю такие же перебросы. Итак, понятно, да, что вот эти маленькие дырочки. По сути, мы делаем эти дырочки, эти перебросы в одном ряду, чтобы мы не путались. Через 3 ряда в каждом четвертом ряду у нас идет дырочка и у нас идет вот эти маленькие косы. Запомнили, это мы делаем в каждом четвертом ряду. Теперь в каждом восьмом ряду, то есть через 7 рядов, мы делаем большую вот эту вот косу. Видите, она достаточно часто делается. Я не стала делать ее как бы в два этапа, не стала усложнять. Вот теперь вот эти 36 петель косы у нас делятся напополам. То есть вся коса у нас состоит из двух частей. Здесь у нас 18 и здесь 18. Если внимательно посмотреть, по 9 петель. В первой половине у нас переброс слева направо, во второй половине справа налево. То есть расходятся у нас коса.
Задействовать мы будем дополнительную спицу. Вяжется сложновато, но ничего не поделаешь. Так, первые 9 петель переснимаю на дополнительную спицу. 4, 5, 6, 7, 8, 9. И оставляю за работой. И провязываю следующие 9 петель. Раз, два. Восемь, девять. Возвращаюсь к спице, провязываю петли со спицы. Раз. Шесть. Семь. Восемь. 9. Так, первая половина готова. Теперь вторую половину косы. Так. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять. Вставляю впереди вязание и вяжу следующие 9 петель. Кстати, уже идет у нас изнаночная полоса. Возвращаемся к дополнительной спице. То есть в первой половине мы спицу оставляем за работой, во второй половине косы перед работой. И провязываю оставшиеся 9 петель. И далее вяжу по узору 7 рядов. При этом 7 рядов это касается только для вот этой вот большой косы. Маленькие косы и дырочки мы продолжаем делать в каждом четвертом ряду. То есть они живут своей жизнью. Отсчет идет для них отдельно. Вот. Сейчас я в этом ряду не делаю, я сделаю так. И продолжаю вязание. Вот, смотрите, как я считала. Вот, там, где был переброс, видите, образовывается такая вот дырка. И вот от этого переброса, раз, два, три, четыре, восемь рядов. И вот как там 8 рядов, так я начинаю делать следующий переброс. То есть в следующем ряду, опять же, здесь у нас дырочки идут в каждом четвертом. И вот эти вот боковые косички. Так, по поводу джемпера, там... Предполагается, что он вяжется снизу, да, и вот эти вот косы идут вот так вот, сужаются. Я бы сказала, там, конечно, вот эти, как бы, эта большая коса идет снизу, а потом где-то нам, ну, в этом месте начинает сужаться. Но я бы сказала, что я бы этого не делала, потому что действительно будет эффект груши. Так что я предполагаю, что мотив у нас будет сужаться от линии проймы. Вот здесь вот мы вяжем ровно. То есть это я уже как бы свитер начинаю объяснять, а здесь мы пойдем на сужение. Вот. То есть сейчас я провяжу пару рапортов, может один, может два, ровненько, чтобы вам было виднее. Вот, соответственно, и рукав, да? Сначала ровно. Потом сужаем уже от, как бы, ну, по сути, круглая кокетка получается, что сужение у нас будет от реглана. Сейчас ровное полотно. Хотя в оригинале нет. В оригинале они там раньше начинают сужать, что, по моему мнению, не очень красиво потом по итогу получится. Вот груша, груша будет, да. Вот. То есть я сейчас продолжаю еще пару кос, я сделаю ровно, а потом мы будем уже сужать на образце. Так, вот когда вы уже приблизились к пройме, мы начинаем делать наши убавления. Итак, первое убавление мы делаем, вернее, все убавления мы делаем по одному принципу. Перед ряд, перед перебросом. То есть у нас переброс идет через 8 рядов. Вот здесь вот считаем 1, 2, 3. Я по двоечке считаю. Здесь у нас 6 рядов.
И то есть в седьмом ряду я вяжу, делаю этот переброс. Ой, вернее, это сокращение. Так, здесь у меня, соответственно, делаются эти перебросы. Продолжаем это все, не забываем. Теперь, вот смотрите, там, где у нас вот эта большая коса, мы здесь провязываем 2 вместе в начале ряда. И в конце тоже 2 вместе. То есть мы убавили по одной петле. Так, и в конце ряда я просто меняю вот так вот местами и провязываю слева направо 2 вместе. Все. Так, еще вяжу изнаночный ряд и потом покажу, как делать следующий уже с убавлением переброс. Итак, вот смотрите, я подготовила схему. Вот основное вязание у нас был переброс по 9 петель косы. Теперь, так как коса у нас будет уменьшаться, вот 2 петли мы убрали. Вот здесь вот у нас было перед этим, как бы 2 вместе провязали. То у нас из косы, понятное дело, убралось по одной петли. Значит, косу мы продолжаем вязать таким же как бы способом, но понятное дело, что у нас здесь уже 17 петель и 17, было по 18, 18 и 18, теперь 17 и 17. И далее, чтобы я каждый как бы переброс не показывала, мы делаем таким вот образом. Вот эту первую часть, которая у нас уходит вовнутрь. Я, конечно, я не знаю, я, наверное, неправильно нарисовала. Вот. Та часть, которая идет туда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наверное, это я неправильно написала. То есть снимаем 8 петель, уводим назад, а те петли, которые, ну правильно же, это те петли, которые у нас сюда перебрасываются, вот они, то есть они переходят слева направо, их у нас 9, то есть петлю мы забираем лишнюю с этой спицы, которая сзади, за вязанием. Сейчас поймете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, а теперь вот эти 8 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я все-таки, наверное, неправильно. Напишите мне, пожалуйста, неправильно нарисовала. Вот теперь, опять же, вот эти петли, которые идут поверх, они у нас всегда больше, не всегда, а при дефиците петель, они у нас составляют большую часть. Те, которые снизу, составляют меньшую часть. Я надеюсь, я правильно выразилась. Раз, два, три, девять. То есть, опять же, вот эти 9 петель у нас идут вверх этих, значит, их 9. А те, которые идут снизу, их 8. Далее, в следующий раз, это будет, мы опять же сделаем точно так же убавим петли. И точно так же, вот, то есть в каждом, перед каждым как бы перебросом мы будем вот здесь вот убавлять по одной петле. Так, как мы сделали вот сейчас. Вот. И через раз у нас будет оставляться, вот видите, сейчас 17 петель, потом 16 петель, у нас по 8 как бы равные перебросы, а далее 15 петель, то есть нижние остаются 7, верхние по 8 и так далее. То есть продолжаем в таком же духе сокращать как бы постепенно вот эту косу. Она у нас будет уменьшаться, соответственно. Это и есть наш как бы мотив этой круглой кокетки. Так, ну
далее я продолжаю. Сейчас еще вяжу ровно, далее в седьмом ряду сокращу по 2 петли и делаю вот эти вот перебросы. Итак, вот если посмотреть, вот я сейчас вот все время я так вязала, вязала и сокращала, то есть провязывала по 2 перед жгутом. Ну, это понятно. Я дошла до того момента, когда мне сейчас, у меня сейчас на спицах вот здесь вот 24 петли, то есть по 6 петель переброс у меня будет. Теперь внимание, вот после вот этого переброса, где у нас 6 и 7, мы уже вяжем не 8 рядов, а 6. То есть мы уменьшаем вот эту высоту косы, потому что она у нас уменьшается. И теперь сокращение мы делаем не в седьмом, а в пятом ряду. Вот видите, у меня 4 ряда провязано. И теперь я буду делать сокращение, а в седьмом я уже буду провязывать саму косу. То есть коса становится ниже, так как она становится, соответственно, уже и ниже. Вот, видите, в пятом ряду я делаю вот эти вот сокращения. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать 3 и 2 вместе, то есть здесь у меня 24 петли. В каждом ряду я делаю переброс, и он у нас получается первый, как бы, со следующего отсчета ряд. Так, что хотела вам показать. Вот оно, по сути, не очень сейчас еще видно, потому что скос у нас идет отсюда, вот он начинается, вот. И здесь плавно-плавно коса уходит, сходит на нет. Очень плавно, очень естественно. Здесь вот, смотрите, здесь у меня ровное-ровное вязание, видите, вот столько. И дальше пошел скос косы. Он очень плавный и очень естественный. Видите, вот такой вот. То есть его практически здесь не видно, где там убавляются петли и как оно происходит. Просто коса вот идет ровная, и дальше она очень плавно уходит, сходит до пару петель. Далее мы продолжаем таким же образом. Далее у нас уже вот этот вот раппорт косы состоит из 6 петель. Мы так и продолжаем. Здесь у нас 5, 6 и так далее. Продолжаем мы вязать той же системой. Изменилась у нас только высота. Так, девчонки, пожалуйста, пожалейте меня, я так хотела красивую фотографию на заставке видео. У меня закончились нитки. Вы представляете? Перерыла все, а у меня такого цвета больше нет. Вот это был остаточек, кусочек. Вот. Так что у меня сегодня неудачка такая. Значит, сейчас мы переходим... Отвлеклась. Переходим на... Сейчас расскажу, куда. Так, 3, 4, 3, 4. И сейчас мы находимся на косичке по 3 петли, и здесь мы уже переходим с 6 рядов на 4 ряда, вот здесь вот именно. То есть всего 2 лицевых ряда у нас, видите, между косичками, то есть она еще уже становится. Ну, это уже последний, как бы, вариант, уже больше их не будет разновидностей. То есть сейчас все покажу. Все уже у нас сводится на нет. Это уже последнее. Господи. Это у нас уже последний этап. Мы продолжаем сокращать. То есть в одном ряду, вот как сейчас я вам покажу, мы сокращаем, в следующем ряду мы провязываем жгут. То есть всего раппорт состоит из 4 рядов. Вот 2 вместе, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 и 2 вместе, 6. То есть мы еще вяжем до того момента теперь, пока у нас не останется 8 петель. То есть еще
пару перебросов. Вот мы на финишной прямой, девчонки. Осталось сделать вот эти вот законченности. Вот для этого мы, вот когда уже здесь осталось 8 петель, как я говорила, теперь здесь еще один перебросик мы сделаем, чтобы уравнять количество как бы петель. Так, среднюю косу мы теперь вот пока по краям в каждом лицевом ряду делаем. Вот провязала я 2 вместе, и с этой стороны тоже 2 вместе. Со следующего ряда мы начинаем также, вот видите, здесь осталось 6 петель. Со следующего, в следующем лицевом еще по 2 останутся, 4, и в следующем еще по 2. Так, что касается вот этих вот, сейчас я делаю последний переброс в этих промежуточных косичках, и со следующего ряда я тоже начинаю делать то же самое, то есть по краям провязывать по 2 лицевые петли, пока не останется 2. То есть еще 2 ряда по сути лицевых я провяжу, всего 4 ряда, ну 5, еще 16, правильно. Вот. То есть сейчас на данном этапе у нас по 6 петель везде, и я сокращаю теперь в каждом лицевом ряду по 2 с обеих сторон у всех кос. Так, вот, девчонки, вот и все. Вот видим, да, что в конце у нас остается вот эти вот ряды, все остаются, а здесь по 2 петли. Вот. Вот такой вот мотив. Вот эта коса, конечно, из мотива лишняя, это просто для красоты здесь сделано. Вот он отсюда начинает сужаться. Так, что хотела сказать. Значит, хотела измерить вам вот эту вот длину самого, 30 сантиметров самого этого мотива. Пряжи я вязала 300, около 300 метров, 100 граммов. Здесь так, из махера точно так же получается. Если вам нужен, ну хотя я думаю, что это как раз и нормально. Хотя я думаю, что как раз и нормально. Но вдруг скажу, если вам нужен меньше мотив, в нескольких местах вы сделаете не одно сокращение, а 2 сокращения, и тем самым это, ну, как бы, эта часть, она сузится, она уменьшится. Вот это в том случае, если вам нужно уменьшить. Если я сейчас просто измерила стандартную длину, как бы, как она есть, 30 сантиметров, если вам нужно увеличить, то вы тогда делаете вот эти убавления, несколько секторов добавляете без убавлений, у вас этот как бы мотив увеличится, удлинится. Вот если, допустим, вы с толстой пряжей будете вязать, то понятное дело, вам нужно будет уменьшить, потому что у вас за счет толстой пряжи это уже и так увеличится, поэтому вам нужно будет делать по 2 убавления, там 3 или 4 раза вот на протяжении всего вот этого как бы мотива. Вот. Ну и по поводу самого джемпера, девчонки, вот он у нас красавец. Вязать я его не буду, потому что у меня попа не позволяет так носить такую модель. Опять же, спасибо вам, подсказали в комментариях. Вот, но мне он очень нравится, да. Ну а как для себя я его как бы не вижу, действительно не вижу, потому что попу надо прятать. Вот. А тем, кто свяжет, я желаю удачи, потому что модель безумно красивая, девчонки. Вот. Правда, понятия не имею, как делать здесь росток. Может, кто напишет в комментариях. На сегодня все, девчонки. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.